Две недели назад мы были на Болотной площади. Кстати, поднимите руку, кто из вас был на Болотной площади? Болотная площадь, скандировали: мы придем еще! Мы пришли еще! И мы придем еще раз для того, чтобы добиться реализации наших требований. У нас было обсуждение между собой, как нужно назвать общественное движение, которое зарождается на наших глазах. Мы не пришли к общему мнению. А между тем, это название возникает само собой. О нем нам пишут и говорят самые разные люди. Они говорят: давайте назовем наше движение «Честная Россия». Помните же митинги 91-го года? Ощущение есть, что это похоже? Ну там поинтеллигентнее публика была, но другое поколение, интернет-поколение, голосование в интернете. Ну, слова-то обычные, что началось движение, народ просыпается. И, конечно, все те, кто в большой, огромной России, во всех ее уголках, мечтал, что когда-то они сами будут влиять на власть, для того, чтобы жить было лучше, для того, чтобы получать больше и труд уважался, конечно, скоро могут этого добиться. Много звучит лозунгов «меньше дела». Я предлагаю избрать ту группу людей, которые смогут сформулировать требования по политической реформе. Нельзя только говорить, нужно начать делать.